Нынешнее лето не балует нас солнышком, но синоптики утверждают, что теплые деньки все же настанут. А что может быть лучше, чем в жаркий день посидеть у фонтана? Холодные брызги так приятно дарят прохладу. Как обстоят дела с фонтанами видно, мы с вами сейчас разберемся. Кстати, старожилы помнят, что на месте памятника Ильичу когда-то тоже был фонтан, но с тех пор много воды утекло. Без преувеличения, одним из главных фонтанов Видного, или как его называют, фонтан-памятник «Победитель». Он был открыт 9 мая 2002 года у кинотеатра «Искра». К сожалению, сейчас, как мы видим, он находится на ремонте. Изначально планировалось, что его запустят ко Дню России, но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Повреждения оказались слишком существенны. Сейчас рабочие утверждают, что он будет запущен буквально на днях. Еще один фонтан находится здесь же, у «Искры». Кстати, мало кто знает, что изначально это был бассейн для системы вентиляции зала в кинотеатре. Теперь в «Искре» работают кондиционеры, а из бассейна сделали фонтан. Сейчас здесь сняты поврежденные элементы, но к его ремонту приступят сразу после «Победителя». Возможно, в августе он заработает. А сейчас мы вам покажем, откуда на фонтаны подается вода. Это оборудование находится здесь, в кинотеатре «Искра». Вот эта система труб, вентилей и электроники отвечает за то, чтобы в фонтане всегда была вода. За многие годы здесь ничего не изменилось. Мало того, техники утверждают, что оборудование находится в полном порядке и хоть сейчас может быть включено. Еще один фонтан в центре города, особо любимый горожанами, фонтан-памятник «Юность». Как мы видим, он тоже требует ремонта, но, к сожалению, в этом году работающим мы его не увидим. Фонтану на проспекте Ленинского комсомола, рядом с домом номер 35, сегодня исполнилось ровно 4 года. Его торжественно открыли в 2013 году. В настоящий момент только разве дождь создает волнение на водной глади. Видимых повреждений здесь нет, но фонтан в этом сезоне проработал лишь один день. В центральном детском парке, как мы видим, фонтан работает. Техники делают плановую проверку, и поэтому, если в жаркий день вам захочется прохлады или понадобится назначить романтичное свидание у фонтана, вы сможете сделать это здесь. По городу дежурили Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.